Сериал о китайском братке продолжается. С златой сумочкой. Грубо сказать. Такой флеш-карт. 64 гига. Бонусы выпали из нее. Телефон. Можно подцеплять. Так, что-то я тут ошибся. У меня, оказывается, на 120 гигов флешка. Ну, не скоростная, конечно, такая. Диск 2.0. Работает. Есть повод открыть спор и вернуть часть средств с AliExpress. Сейчас пройдет тест, посмотрим, что у нас еще интересно. По поводу этой чудо-флешки. Денежку они мне вернули, на счет перевели. По спору диск класс 10 U3, там скорость должна у нее не менее 30 или не более, уж не помню. В общем, параметры не совпадают, и все, китайцы возвращают деньги. Я так особо не пытался восстановить этот чудо-драйвер. Оказывается, вроде как работает, но ошибка улетает. Ошибочка. Во время копирования. Раздел пытался уменьшать, но безуспешно. Вот такая вот у нас скорость передачи. Да. Будем спорить, возвращать средства. Даже интересно смотреть.